Лёха, этот заяц сейчас может куда-нибудь там... Сейчас посмотрим, просто какой свежий след. Будет свежий. О, все деревья даже мокрые. Кошмар. Да уж. Привет, ребят. Привет, дорогие. Очередной охотничий поход за зайцем. Выбрались. Но погода вообще просто трэш полный. Идет дождь. С ночи началось вот это вот все хозяйство. Снег с дождем. Давление вниз поползло. Потеплело где-то плюс 2. И вот оно сейчас капает. Причем был снег, нападал снег. Вот это вот все свежий снег. Он весь просто в комок сразу спрессовывается. То есть он весь мокрый. Это фактически вода. Поэтому как ребята на лыжах будут, я даже не знаю. Но тут вот такая пробита туда, куда нам нужно, к пойме речки. Пробита такая вот, ну, это этот самый, квадроциклы ездят. И туда, вот нам в ту сторону. Там по берегам хотим просто попробовать зайца сдернуть. В прошлом году мы с Лехой как раз там были. И, в принципе, один заяц там точно сидел. Но сейчас по такой погоде, я не знаю, ребят, что мы тут наохотим сегодня. Погодка прямо шепчет, но... Мы ж такие парни, что не хотим мы сидеть по домам. Надо проветриться. Опять же, призу собачки надо погуляться, прогуляться, раздышаться. Вот там берег реки, вот там ЧПГ, вот эта вся, вот этот подрост, ракитник. В общем, и там мост через реку, вот примерно вот так дорога идет, вот, и там мост. И вот они, я знаю, они там любят лежать. И брал я зайца там. И вот там еще есть один угол. В принципе, да, вот тут какая-то это старое хранилище или что. Ну, вот оно, постройки анунаков этих. Поэтому мы сейчас туда выдвинемся. А вот это вот зайчик. Вот он идет. Так, вот он зайчик, кстати, зайчик. И куда-то он, ну-ка, сейчас мы проверим, куда он дальше-то идет. О, интересно, как уже, вот тут он сдваивать начал. Похоже вообще. Смотри, скинулся. Так куда-то, правда, он может и тут где-нибудь вообще. Заяц тут есть. Так, сейчас мы Лёхе сообщим. Лёш, прием. Да, Юр, говори. Значит, я дошел практически до этого сосновника, вот тот, что слева. Выхожу на угол поля. Значит, вот пока иду по этому, но я смотрю, ваших следов тут нет, лыжных. Значит, тут вот свежий зайчий след. Тянется он как раз вдоль вот этой, ну, по которой я иду. Вот эта квадроциклетная дорожка. Она сейчас упрется... Вот тут бигль со мной бегает, Серегин. Вот он, она что-то на этот след не хочет вставать. Ну, не знаю. Короче говоря, он тянется туда, в поле. Сейчас я вдоль лопасти поднимусь и к тебе загружу. Дам круг. Вот тут же эта трава еще. Они могут в траве лежать. И, скорее всего, кто-то будет тут лежать в траве. Потому что заяц тут не один. Прям парные рядом следы. То есть их тут штуки две. Тем более они сейчас гоняться начинают. Где-то все равно они рядом будут друг с другом. Согласен, гон, они парами могут быть, да, Лех. А я сейчас по этому следочку пройду дальше и посмотрю все-таки, куда он там загибается. Может быть, он вообще это другой заяц какой-то, не твойные там. Понял, ну я закружусь сейчас, потому что я кошелата, говорю, на ту сторону дороги отправил, он посмотрел, говорит, заяц ушел туда. А я дальше прошел, я говорю, там они через дорогу туда-сюда бегают. Все, Лех, принял, тогда на связи. Как что будет новости, это на приеме будет. Хорошо, понял.
Я без снегоступа сзади, за спиной. Иду вот так пока. Здесь снег спрессовался. Ну, сантиметров 15. Я проваливаюсь, конечно. Кстати, вот это вот. Это что у нас? Да похоже. Я пока вот тут остановлюсь. Будем. Ну, просто сидеть, ждать. Смысла нет сейчас туда идти. Угу. Я в зайца стрелял, да, я в зайца стрелял. Прошел в 15 метрах от меня за спиной. Вот я только развернулся, здесь бигль его это ищет. А может быть, я его и взял, сейчас я посмотрю. Что-то там бигль завис с этим зайцем. Подожди, Лех. Понял. Это просто, я не знаю, ребят, как... Я... Камера-то не работала, я чай пил, ребят, ну, и выстрел. Ребята, вон лежит заяц. Заяц готов, все, вот и вся охота. Ну, я... Камера выключена, чай сижу, пью. Хорошо, ружье зарядил. В этот раз я вам покажу патрон. Патрон самокрут, единичка. Вот у меня дробины идут. Вот, особь видна. Вон он оттуда, он с дороги побежал. С дороги он побежал. И вот он. Ну вот, в принципе. Да, видно, вот. Особь пошла хорошо. И вот он есть. Есть, ребята. Есть. Вот и вся охота. А, ну. Нет, ну хорош. Хорош русачишка. Есть. Есть, ребят. Счет. Я беру вот так за задние, за передние лапы, моча, чтоб стекла, вот это все. Так, ну все. Вот он. Вот он и мой трофей. Нет, ну не зря, не зря. Спасибо! Я говорю, он вот тут вот сзади меня, я сижу, чай пью, он 15 метров от меня пробегает. Я на излет туда. Я после выстрела-то прошел, а он, мы с машином в одну сторону смотрели, а он от нас поднялся, вот, наверное, как хуйня. Ну? Под той сосенкой вот он лежал. Вот та большая или маленькая? Нет, маленький, вот там, видишь, группа сосенок. Группа сосенок, вот да. Там он и лежал, на краю. Ну, мы сейчас, я сейчас туда пройду, на лёжечку посмотрим. Там и все, и стоп, там твоя лёжечка будет. Вот. Значит, рассказываю. Меня Алексей, ну как меня, не меня пожурил, а просто патрон, сам производитель. Не то, что пожурил, а просто говорит, ну ты, говорит, тебе таким патроном только застрелиться. Я говорю, я понял. В итоге, как бы я сделал правильные выводы. Зайца давай поднимем, вот просто с этой, на голове того. Все, выжил. Молодчинка, Юрка, спорим тебя. Спасибо. Так, ну что, остальные, я, блин, это вот... Один здесь бежал, а один туда ушел. Ну, мы так, в принципе, и предполагали с тобой, что надо тут одного этого было брать. Вот, ребят, показываю. Но это самокрут персональный, собственный, изготовление единичка. И сразу вот, показываю, да? Вот гематомины.
гематомины, все пробито. Насквозь пробитый. Насквозь. Здесь, где у него башка, вот тут была. Вот. Башка была там, вот у него ходы, это уже выход. Ну вот, ребят, вот вам, пожалуйста, результат. То есть, налицо, да, что называется, для сравнения. Вот та заводская СКМовская двушка и как бы единица. Причем я вам скажу, что выстрел был сложнее. Он был сложнее, чем в тот раз. Потому что стрелял я вот отсюда. Ружье скинул, вот отсюда я стрелял. Вот по тем сосенкам. Сейчас мы с вами, сейчас посмотрим, мы с вами сходим, где он лежал. Слушай, а он даже в принципе держит, даже вот я иду по твоей лыжне. Уже снег начал, да, просаживаться. Что дальше будет, непонятно. Ну-ка, шанс за меня довольный ходит, а он, конечно, а, Гашан-то? Красавчик. О, сейчас. О, спасибо. Сижу. А? Понял. Да. Смотри, довольно глубоковато-то он лежал. Вот, сейчас ребят, смотрите. Вот, а мы знаешь, где были? Вот видишь, вот это вот первая чепышка. Да. Метров 30. Да. Вот мы там были. Где в прошлом году мы с тобой? Нет, вот 30. Вот она. Вот он поднялся. Мы не видели. Ну, это вот эта трава, да, вот где. Да, вот мы там стояли. Обалдеть. Видишь, они прям в поле лежат. Получается. Они в поле лежат, да. Сейчас они далеко и не будут ходить. Вот мы-то, видишь, снег-то в пургу, они близко обычно. Снег в харю нам дует, мы с Гашаном, мы туда, вот туда на призы смотрели как раз. Угу. Я слышу выстрел, поворачиваюсь, смотрю, вот. Слушай, его, и вот он, поднялся и пошел. Вот пошел, да. Вот он поднялся и пошел. И вон там, где Гоша стоит, вон Гашан стоит на углу. Вот он туда через эту дорогу вышел, видать, сосенками и по той дороге. А дальше, ребят, я не знаю, что там снялось, не снялось. Дождь заливает объектив, дождь со снегом, все это. Да, да, вообще, вот это, ребят, да. Как она называется? Сиденье для саней, да? Кресло, трон. Но они разные. Ну ты ему название просто скинь, где ты брал. А я в Мотомарине брал. Да, я через Назоне. Я в Мотомарине брал, да. Там были разные, там были более плоские какие-то такие. Да. Ночной. Приз. Ну что ты, милый. Ну, давай. Да тут, Лех, тут такие тропы, вот там след есть. Он не по следу идет. Ровно на следу. Он пришел от сосенок, заяц. Все понял. Вот в этих сосенках мы с тобой, когда там лазили, он там точно следы были. Вот он там любит лежать. И мы сейчас проезжали, оттуда есть в лес нету заходного следа, а есть вот след рядом с этими сосенками. Скорее всего, он оттуда и поднялся. Распогаживается, ребят. Даже вон все, просветы появились. Да нет, все отлично сегодня. Не зря все-таки выбрались.
вдоль речки я встал. Постройки этих китайцев, анунаков, в общем, как их Леха называет. И вот там, ну, в принципе, вот где Владимир сказал, там же след свежий. Вот это вот сдернутого зайца, который скинул приза. Значит, Леха пошел по этому следу. Сергей встал на том месте, где я стрельнул зайчика. Примерно там перекресток хороший, он запросто может там пойти. Ну и тут тоже такое перекрестие идет. К тому же там ночной след был, вот эти кусты, и тут вот есть тропка какая-то. Да и вот здесь вот. Ну, они такими будут ходить. И посмотрите, какая красота, ребят, уже солнышко. А снег, конечно, вообще, ну, это... Вон, снежную бабу можно запросто лепить из него. Зато уже с полем. Вот так вот. Ну, красота. И льда нету. Причем морозы-то у нас такие были довольно лютые. Что-то хрустнуло. Уж не заяц ли это хрустнул? Так, Лех, прием. Еще раз скажи, я не у рации был, что-то слышал, ты говорил, на ту сторону реки последняя фраза. Самое паскудное, что он переплыл, понимаешь? Ему похеру, они плавают. Он переплыл, нашел свежайший след, с полосками совсем. Так я тебе говорю, помнишь, мы с тобой это еще говорили, они еще как плавают. Эта зараза взяла и просто переплыла. Обалдеть, и что, в сторону деревни туда? Да, в сторону деревни. След вообще, прям полоски, все. Я тебе и говорю, Нет, у меня была мысля, что он мог суициднуться, но не до такой степени, блин. Я тебя понял, принял. Ладно, сейчас попробую перелезть туда. По мосту никто не ходил. Сейчас посмотрю, в каком он вообще состоянии еще. Так, понятно, заяц переплыл. Ребят, ну это ж... Леха уже все... Он этого зайца съесть готов. Опасненько. Очень опасненько.
Слушай, я перебрался с горем пополам. Мосточек, конечно, так себе. В общем, тут непочатый край. Тут жировочного следа, Лех. Ну, один я точно вижу. По крайней мере, один заяц тут точно есть на этой стороне. Иду вдоль лопасни, уже по другой стороне реки. Я понял, понял. Я рюкзак ищу. Пока рюкзак не найду, у меня жопа. Если я его не найду. Давай, давай. Я сейчас потихоньку в край реки туда выйду, к деревне. Давай, давай. Да, и здесь я, ребят, тоже ходил. И в одиночку тропил. И с Алексеем мы тут ходили. Ну, и след тут есть. Нет, здесь... Заяц точно есть. Ну как, нагоняет прям страшно. Ну, сегодня погода такая рваная. Ну, сейчас вот распогодилось. Днем хорошо распогодилось. Какой-то есть следок, но это быстрее. Да. Да на собаку похоже. Или лиса, сейчас вообще не поймет. Не разберешь. Еще один след, и вот это вот похоже очень свежий след, и идет он вот тропа. Да ё-моё, тропа к речке туда спускается дальше. Ну, тут кто-то тоже ходил, тут, видать, ходили охотники. Вот еще, причем, ребят, вот это вот все, вот это следы, в принципе, они такие, ну, они ночные, предутренние, потому что я говорю, что мести начало примерно, ну, так уже, примерно с ночи, ну, с вечера даже, прошлого дня. И мело, вот прямо оно закончило-то мести-то, в принципе, когда я зайца добыл, вот так вот. Красота. Вот тоже, но это старый какой-то. Хотя... Да, зайцев здесь много. В следующий раз надо сюда выйти. Обалдеть, вот они ходят-то тут. Там тропки какие-то. Подскажи по времени, сколько сейчас, который час? Три, еще у нас 2.5 часа. Слушай, я думаю, есть смысл сюда с призом слазить. Понял, сейчас так, Гошану скажу, чтоб до этого, до моста шел, приза на поводок. И я тогда по той стороне, а и надо кому-то на этой стороне. Пусть Гошан меня потом на этой стороне ждет. Ну, чтоб с этой стороны по берегу, он все равно по берегу будет бегать. Если этот заяц через речку плавал, он обратно может так же поплыть. Вот он тут где-то пожировал, что-то тут по... А, и вон он аж куда пошел. А там вон дорога идет. Слушай, ну там прям интересно. Да. Бежит он, скорее всего, вот туда. Может. Не знаю, я сейчас вот тут прям встану на него. Сюда заходит. Ну, короче говоря, здесь он. Где-то он здесь.
резко потемнело, все вон на небе. Ну, вроде горизонт пока свободен. Просто тучка. О, не, ребят, похоже, все-таки накроет. Так, вон, я вижу, приз пошел, но по той стороне реки, по той стороне. Может, сдует еще. Вроде боком проносит его, фронт этот. Угу. Ну и у меня здесь он не пробегал пока, то есть явно сюда он влево к лопасне не уходил, если только опять же тем оврагом. Ну, сейчас, если тем оврагом, я след у него обязательно увижу. Неадекватно. Я такого ни разу не видел. Я ни разу такой сюда. Плафи в деревне. Ты представляешь, смотри, вот там, я ж тебе говорю, я там хожу, то я ни за что бы не подумал, что заяц будет переплывать в нормальном уме речку. Его не гнал никто. А обычно да, они же не очень-то любят эту воду. Зимой тем более. Зимой, да. Так нет, там, понимаешь, самое интересное, там можно было, места были перемычки, я искал, кто было по перемычкам пойдет. Ну, где лед есть, вот да. Такого вот плана. А он в нормальном режиме. Но ты знаешь, я тут шел, Леша, тропы-то вниз прям есть и пропадают дальше. Вот там вот четко так же видно, заяц. Вот, ты дальше потом, когда пройдешь, увидишь. Они плавают, вот они тут водяные, видимо, зайцы. Да. Смесь зайцы и бобра. Маринеры. Вот, видишь, я ж проходил на снегоступах, вот это думал, вот бы сейчас хорошо бы собачку с утречка было сюда. Согласись, да, и было бы прям, а вот смотри, вот они прям с двойкой идет снегоступ по снегоходке. Ну, а здесь же снежочек хороший, знаете, в полях можно без собаки распутывать. Да я пробовал, но видишь, они все уходят куда-то вот в такие места, что хрен ты там вытропишь. Так, ну сейчас посмотришь. Нормально, идеально. Лех, я тебе говорю, давай вот аккуратно просто, очень аккуратно. Не спи, ну, давай мне ружье или что-нибудь. Буду туда. Не, ну а куда ты будешь падать? Подожди, давай определимся. Падай. За этот левый не держись, вот иди по моему следу прям. Да. Вот след, правильно. Так, приз, давай. Не бойся, иди.
маленький, ну скорей. Он пойдет, он по. Ах ты мой хороший, боится, ты мой дорогой. Иди, иди, не боись. Ну как не боись-то, ну он... Привет. Так вот он правильно пошел, он же оттуда... Да. Вот это, конечно, штука, ну это, Серега, классная штука, и особенно вот этот трон. То есть у нас уже, ребят, все, охота для ленивых все-таки отрабатывает. Ну, тянет. Сегодня, да, Владимирович, натопался, ты тоже будь здоров. Это заяц этот, отморозок виноват. Слышь, а моя через речку переплыла. Заяц отмал, он переплыл через речку, вообще вот это вот было. Причем его особо, самое интересное, этого зайца никто особо не гнал. Его просто реально никто не гнал. В общем, охота получилась, ребята. Вот это очень красивые места здесь. Ну и Лешке нравится тоже все. Вот, так что в очередной раз, в общем, выбрались и замечательно. Вот, ну даже в принципе собака поднялась сегодня зайца, она даже этого не поняла. Так что и я, это просто неожиданно, вы видели, как это было. Я даже не, у меня камера не снимала, у меня только на штативе вот стояла. Она сняла в такую метель, это, ребята. В общем, спасибо, что смотрели. Большую удачу, не прощаемся, это еще не закрытие сезона. Потому что, да, я надеюсь, если снежок еще подвыпадет, у нас будет какая-то возможность. Вот те места, да, Леш, это. Ты что хочешь, на лыжи сесть? Конечно. А зачем? Опять 25, я говорю, ты сюда садись. Нормально. Сядь, подожди. Дай ты мне на лыжах покататься, а? Дай ему, ладно. Что за человек? Надо палку какую-то. Ничего не надо. А как ты собираешься держать? Готовы!